Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Ну что ж, я на выставке в Царицыно, точнее на фестивале «Изящное садоводство», фестиваль садов. И я приглашаю вас со мной на прогулку. Пойдемте. В этом году фестиваль исторических садов в Царицыно отметит свой первый юбилей. Ровно 5 лет назад, в 2018 году, в августе месяце, музей-заповедник впервые пригласил в воздушные сады ландшафтных архитекторов и дизайнеров, которые создали выставку парковых миниатюр разных стран и эпох. И уже 5 лет этот праздник яркий, замечательный праздник, посвященный садам и цветам, искусству и творчеству, закрывает летний сезон в Царицыно. Тема этого фестиваля в этом году – «Изящное садоводство». Именно так назывался главный садовый бестселлер конца XIX века, книга знаменитого российского дендролога и садовода Арнольда Ределя, в которой он обобщил и систематизировал основные принципы садоводства и разработал систему рекомендаций начинающим любителям садов и приусадебных клумб. Ну и книга по сей день ценится любителями изящного садоводства, которые считают ее своим главным учебником. Фестиваль состоится с 19 августа по 28 августа. Вход свободный. Все 10 дней фестиваля посетителей ждет культурная программа, концерты, лекции, мастер-классы, авторские экскурсии, встречи с интересными людьми, многое другое. И главное событие фестиваля исторических садов – это ландшафтная выставка под открытым небом. И в этом году это экспонаты, изящные сады и композиции, созданные руками российских дизайнеров. Помимо этого, здесь также еще, вот я знаю, 20 числа ожидается День комнатных растений, на котором любители комнатного садоводства могут поделиться опытом и обменяться растениями, кстати. А 27 августа – День керамики с керамическим пикником и выставкой одного дня «Флора и фауна далеких планет», в которой примут участие студенты кафедры Строгановки. Вот я не знаю, как у меня получится, не хочу загадывать ничего, но вот на данный момент я планирую 27 числа сюда приехать. Здесь некоторые экскурсии, кстати, по регистрации, но вообще вход на территорию фестиваля свободный. Еще добавлю, что выставочная площадка работает каждый день с 10 утра до 22 часов. И ближайшее метро здесь – это Орехово, очень близко. Буквально там, не знаю, 5-7 минут. Ну вот, собственно, и все, что я хотела сказать. А так я приглашаю вас полюбоваться этими изящными садами, этим чудом дизайнерского искусства и просто прогуляться по воздушным садам в Царицыно. Давайте мы с вами вместе погуляем. Пойдемте.
вот и все на сегодня. Фестиваль только начался с 19 по 29 августа. И я думаю, что кому это будет интересно, вы успеете еще сюда забежать. Здесь также еще есть то, куда меня нельзя пускать. Это палатка с различными украшениями ручной работы. Броши, серьги, кулоны, кожа, камни. В общем, это то, куда меня точно пускать нельзя. Ну, а я с вами на этом буду сегодня прощаться. Всем большое спасибо за внимание и за просмотр этого видео. Я жду вас на своем канале, как всегда. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Ставьте лайки, комментируйте. Ну, а я желаю вам всего самого-самого доброго. И, конечно же, прежде всего, здоровья. До свидания, до встречи. Всем пока-пока.